начинает со скрещения в стойку. Это спецтребование у вас, чего я выучила. Да, обязательно маховый элемент в комбинации должен быть. Круги на одной ручке. Здесь это поворот на 360 слегка помогаю, на одной ручке. Как бы, но я мягко улыбаюсь, потому что со мной сидит специалист. Вот сложный элемент, хороший выход в стойку из кругов Долосала и обратно. Да здесь еще противоход в кругах Долосала. И вот здесь серия классная у Прокопьева тоже. Ой, проходка боком в кругах Долосала. И еще дальше пошел. Чуть-чуть устает, видно. Держись, но удержаться Прокопьев надо. Здесь хорошо шел. Вот поймал свои вырулил, ноги. Так скажем. Да. Был момент, когда чуть не упал. Отлично. Ну здорово, заявка. Прокопьев. Именно, мне кажется, это заявка. Здорово. Хочешь сказать, неужели кто-то еще лучше сделал? Поблагодарил коня. Поблагодарил. Молодцы.